Бум. Так. А? Давай. Мы сообщаем вашим подписчикам, что вы в прямом эфире. О, всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем огромнейший привет! 1000 лет не было у нас прямых эфиров. Они у нас крайне редко. Вот, но слава богу, происходит. Всем привет. Всем огромнейший привет. На немного вышел, в общем, пообщаться с вами. На интересующие, как всегда, вас темы. Потому что в прямых эфирах важен интерес смотрящих за происходящим, как говорится. Поэтому задавайте любые вопросы, на любые вопросы отвечаю с большим удовольствием, поэтому вот на любую тему будем разговаривать, вам интересную, вот, чтобы процесс был интересный в первую очередь для вас. Привет-привет, Елена Плюсева. Привет из Владикавказа, Владикавказ тоже огромный вам привет. Вам тоже всем огромнейший привет. Всем, да, помахать, всем помахать. Жалеешь Габозова? Да, не жалею. Нет. Сожалею, что в итоге закончилось так. Не удивлен. На премию в Монро пойдешь в этом году в воскресенье 3 марта. А я вообще не знаю про премию. Что за премия? Что за премия в Монро 3 марта? Я, если честно, первый раз об этом слышал. Как идет процесс похудения? Минус 7 килограмм. Данилкин Костя, привет. Где сейчас живешь? Я живу в городе Симферополь, Крым. Всем, кто присоединился, всем привет. Всем привет, всем огромнейший привет. Всем, кто присоединился. Так, помахать. В прошлом году мы виделись там. Да и в прошлом году я не был ни на какой премии. Привет, Илюска. Напишите, пожалуйста, мне в личные сообщения, что за премия. Я вообще не понимаю просто. Туда как-то, что, какое-то приглашение должно быть, кто-то должен пригласить. Вот, премия вообще в каком направлении? Очень интересно мне. Вот, очень мне интересно. Ого, здорово так держать. Да, спасибо большое. Так, привет, привет всем, кто только присоединяется. Всем машу рукой, всем... Всем рад, безумно, то, что кто заходит. Был с вашей подругой... А, это в смысле лидер года про эту премию. Нет, на эту премию я не пойду. Привет от Джанкоя. Джанкоя тоже привет огромный. Керчь на связи. Керчи тоже огромный привет. Севастополь, Иванов. Да, все понял, Крис, что за премия. Нет, в этом году на нее не пойду. В общем, мне эта премия не особо интересна. Вот. Поэтому в прошлом году мы ходили, потому что у нас получала премию наша подруга. А вот, а так в целом, как мероприятие, не особо мне оно интересно, чтобы его посещать. А вот. Помахать. Глеб, как пятка? Укол делал? Нет, укол не сделал. Пятка проходит, на самом деле, стало намного лучше после блокады плеча, не знаю, как-то это может быть связано, либо не связано, но, в общем, пятка не беспокоит так сильно, чтобы сейчас о ней заморачиваться. Поэтому, не знаю, если будет беспокоить, то через неделю можно сделать пойти и пятку. Так, всем привет. Вот, то, кстати, посмотрите рилс мой. Рилс откровения про пищу. Вот, потому что мы... Я сейчас худею. Узнаю очень много разных моментов. Так, когда в Керчь? Очень жду. Даже не знаю, что сказать. Глеб, пишу в тебе директ по поводу рекламы, не отвечаешь. Напишите еще раз, пожалуйста. Ипотечный блогер, напишите, пожалуйста, еще раз.
с вами все обсудим. Не видел, наверное, вашего сообщения. Напишите еще раз, где-то, может быть, оно потерялось. Здравствуйте, как вопрос, как ваш процесс похудения, если отвес? Да, сегодня на весах был и минус 7 килограмм. По поводу этого, кстати, уже начал рассказывать, записал сегодня хороший рилс. Он посвящен тому, что вообще, насколько индустрия еды нас всех вводит в заблуждение. В огромных супермаркетах только одна маленькая полочка, если собрать все товары, может быть полезной. Культ еды. Вот. Из-за того, что вот у меня такие проблемы были, еда была средством получения удовольствия. Вот набрал, накусал себе вот такую харю, вот такой живот. Сейчас с этим борюсь. Вот, поэтому посмотрите рилс, пересказывать его не буду. Тем, кому будет интересно послушать это мнение, задуматься, посмотрите мой рилс. Он называется, получается, «Суть чревоугодия». Так и назвал я данное видео. Так, всем привет, кто присоединился, только всем привет. Всем привет, всем привет. Настюша, да, где-то ходит по квартире, где-то здесь. Вот. Всем привет, всем привет, всем привет. Огромнейший привет. Вот, такие дела. Такие дела. Вот, всем, кто присоединился, напоминаю, что отвечаю на все вопросы, которые вы задаете. Так, просто немножко вышел с вами пообщаться. Вот, рассказать о каких-то событиях. Вот, кстати, звонили с России 20... России 1 или 2. Короче, из какого-то из этих каналов. Будет передача по поводу Габузова и его ситуации. Вот. Жаль, конечно, но не удивлен, что так произошло. К сожалению. К сожалению. Всем привет, всем огромнейший привет. Я тебя знаю. Очень приятно. Сколько у вас комнат в квартире? У нас в квартире две комнаты. Ну, считай, короче, три. Так, вы проходили шаги в АА? Нет, шаги я не проходил. Думаю, как Бог относится к алкашам. Как ко всем заблудшим людям, желая им помочь. Потому что вот есть такая притча о 100 овец, которые паслись в поле, и одна из них заблудилась. И пастух, бросая всех 99, идет спасать ту, которая заблудилась. И радоваться будет он ей больше, если найдет и вернет ее в стадо. Поэтому к алкашам, к наркоманам, ко всему прочему, Господь, я думаю, относится как к заблудшей овце. Желаю, чтобы она вернулась в нормальное свое стадо. Вот. Так, вопросы тут были. Потом соскочишь, сейчас смотрю опять. Не понял вопрос, VIP-пас. Конкретно вноси ясность, задаешься вопрос, говори нормально. Так, когда планируете детей? Почему всегда вот постоянно мне этот вопрос, почему это всех интересует? Почему людей интересуют другие дети? Интересно всегда было. Вот, планируем. Как только, так сразу. Как Богу будет угодно в данном случае. Так, здравствуйте, Ирина, здравствуйте и вам. Здравствуйте, здравствуйте. Вот. Всем привет, кто присоединяется. Да, всем машу рукой. Задумайтесь о смысле жизни, или это сложно в нынешней ситуации. Задумайтесь о своем жилье, или это сложно. Блин, ну сложно, наверное, потому что все очень дорого, только вот поэтому, и как-то каких-то вариантов, вот, поэтому очень, очень сложный вопрос. С кем из бывших участников общаетесь очень хорошо и тесно? С Бигриной, Ромашовым, Ермаковой. Вот, и Даниэлем, если говорить прям про плотно. С Пинцерами на связи, вот.
С Кристиной Бухенбалта тоже общаемся, с Ваней Барзиковым. Поэтому сколько стоит у тебя реклама косметики? В директ напиши. В зависимости от того, что сторисы, рилсы, посты, реклама в Симферополе, либо реклама удаленная, у каждого момента есть своя расценка. Трам-пам-пам-пам-пам-пам. Махать, помахать, помахать. А вот помахать. Всем помахать. Вот такие, в общем, дела. Город Курган. Город Курган, огромный привет и вам, Наталья Николаенко. Как Саша Задойнов? Ну, Саша Задойнов, я про него вот знаю только что вот выходит в его телеграм-канале. Вот, поэтому... Глеб, а что слышно за Дубровского Влада? Торчит Дубровский Влад. Дубровский Влад. Я, если честно, не могу вспомнить, про кого речь. Что за Дубровский Влад? Я, если честно, даже, наверное, и не знаком с каким-то человеком по фамилии Дубровский. Вот, единственное, что мне приходит, это пьеса, которая играется в музыкальном театре, вот, по мотивам, по-моему, Пушкина. Если я, конечно, не ошибаюсь. Дубровский Влад. Не знаю, блин, вообще не могу ничего ответить по этому поводу. Немножко конкретики, может быть, каких-то напоминаний по поводу этого человека. И я могу ответить. Всем привет. Всем привет, кто только присоединился. Всех рад здесь видеть. Дубровский Влад, что-то прям, прям заинтриговали меня. Это с Дома 2 Дубровский. Блин, я не в курсе. Ребят, что за Дубровский? Вообще просто, как бы, наверное, я с таким не был. Привет, Жемчугов. Привет, Аюповна. Аюповна, привет. А, вот, поэтому, к сожалению или к счастью, на одной площадке я в одно время не был. Глеб, нет, виснет, как Саша Задойнов. Саша Задойнов... Ну, я смотрю только в телеграм-канале о нем, как бы, такой какой-то прямой связи у меня с ним нет, поэтому ничего не могу сказать. У него еще друг, не помню, как зовут, к Бичу, Бихучу, Бухучу приходил. Блин, не знаю, короче, проехали с этим Дубровским, хрен его знает, не знаю. Почему у вас голос троим все? Я не знаю, почему так происходит. Что работа? Что важнее, работа ног или чистый разум? Чистый разум. Ведь ноги без разума куда они пойдут? Никуда. Интересный вопрос. Развей-ка мысль, братик. Ну-ка, что это за движуха такая? Прям очень, очень интересно. Привет всем из Алматы. Алматы, привет. Шеф, привет. Ну как здоровье? Здоровье, слава богу, налаживается. Вот. Сбрасываем вес, минус 7 килограмм уже ушло. Поэтому продолжаем дальше. Челябинск, привет. Челябинск, привет. Тоже привет огромный Челябинску. Огромный привет. Вася Бакалов, привет тебе, брат. Так, всем, кто присоединился. Что насчет Адеева? Что думаешь? Хайп? А что насчет Адеева? Что с Адеевым случилось? Вот. Про какую новость Адеева идет речь? Братишка. А, это не братишка, это девчоночка. Девчоночка моя хорошая. Вноси конкретику какую-то, потому что про Адеева там много всякой разной информации. Про какую конкретно ты хочешь услышать комментарий? Смотрю стримы, скучно без вас в Доме 2. Ну, как сказать, скучно. Там другие люди сейчас, вот, поэтому ничего не могу по этому поводу сказать. Дубровский бывший, да хрен бы с вами уже с этим Дубровским, вообще насрать вообще. Я не знаю этого человека, все, короче, да забыли. Бывший всех, он и Дубровский этот. Вот, у Адеева типа инсульт был, и он речь потерял.
Я так скажу, вполне возможно, учитывая образ жизни Агеева, и инсульт, и речь потерять, вот, и рассудок, и здоровье, все это могло с ним произойти. Если так произошло на самом деле, я вообще не удивлен. Большая вероятность того, что это по-настоящему правда. Вас плохо понять. Но вам только одно меня плохо понять, либо всем слышно меня плохо. Просто только вы жалуетесь. Не знаю, что происходит, но вроде слышно меня, всем остальным нормально. Как звук? Нормально? Скажите, пожалуйста, дайте ответ, обратную связь. Всем привет, кто присоединился. Всем огромный привет всем, кто присоединился. Помахать. Как успехи по похудению? Уже говорил на эту тему. Четко. А, ну все, значит нормально. Значит, это не у меня проблема. Спасибо большое за то, что ответили. Все норм слышно. Вот, и хорошо. Да, спасибо большое. Все, ребят, спасибо большое, дали обратную связь. Вопрос со звуком больше не беспокоит, не тревожит. Слава Богу. Так. Угу. У меня мандарины какие жесткие. Восхищаюсь твоей Настюшей. Да, она крутая. Курск, привет. И Куршку тоже огромный привет. Привет из Старого Оскола. Угу. Старый Оскол тоже огромный привет вам. Однажды бывал на вашем чудесном городе. Всем помахать, всем помахать, помахать. Ой, что. Приятного аппетита. Спасибо большое. Так, всем привет. Всем, кто присоединился. Так, ну ладно, что, вопросов, если никаких нету. Или еще немножко пообщаемся на какую-то тему. Давайте еще немножечко. Привет, а ты где? Дома. Астрахань, привет. Скоро весна, у нас уже весна. У нас уже сегодня было плюс 15. Это просто восхитительно. Это просто потрясающе. Ладно, так, что, вопросов никаких нету. Такого прям супер.